друзья, на канале Даниила и Ларисы. Если вы смотрели предыдущее видео про мортаделлу по ГОСТу 38 года, то помните, я там хвастался шахматной колбасой. Варенка с элементами шахматной ветчины или попросту шахматная колбаса. Сейчас расскажем вам, как мы ее приготовили. Мы долго экспериментировали и, наконец, у нас получилось. Рецепт этот не из какой книги, мы его составили вместе с Ларисой. Ну, собственно говоря, по большому счету составила Лариса, я только принимал участие, так сказать, в каких-то механических действиях. И текстовый вариант рецепта со всеми пропорциями вы найдете в описании этого ролика. Я же вкратце расскажу сейчас о ингредиентах. Используем для самой колбасы, для фарша, вот для той части колбасы, которая будет делаться по технологии вареных колбас, используем 50/50 жирную свинину и постную говядину. Для шахматной начинки мы использовали два вида мяса, сразу же подготовили, порезали его брусочками где-то 1.5 на 1.5 сантиметра. Для того, чтобы рисунок был яркий, использовали говядину, и из свинины использовали биточную часть, биточное мясо. Она будет практически белая, таким образом получим хороший шахматный рисунок. Из специй используем сухой чеснок, молотый мускатный орех и молотый черный перец. Сахар, и для посолочной смеси используем нитритную соль. Из расчета на килограмм сырья 9 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% и 9 грамм поваренной соли на килограмм сырья. Да. Для того, чтобы засолить мясо, порежу его на относительно мелкие кусочки. Можно, в принципе, сразу вот ту часть мяса, которая у нас пойдет на эмульсию, перемолоть на крупной решетке мясорубки в фарш и засаливать фарши. Ну, в данном случае неохота лишний раз мыть мясорубку, она огромная, ее пока помоешь, целая история. Поэтому будем засаливать в кусочках. В первую очередь хочу засолить эти брусочки. Тут суть в том, чтобы они не поменяли цвет, их именно качественно хорошо просолить. Так как нитрит натрия в том числе сохраняет нам цвет мяса, практически половину всей посолочной смеси использую именно на эти брусочки. Друзья, пока засаливаю мясо, расскажу немножко о мясе. Говорю это, в принципе, в каждом видео, но, может, кто-то попал на наш канал первый раз. Мясо для колбас не надо использовать парное, вот из только что убитого, так скажем, животного. Мясо должно отдохнуть и немножко созреть. Если вы покупаете на базаре парное мясо, допустим, вам говорят, что свежее, утром еще хрюкало, к примеру, или мукало, положите его в холодильник, прямо в куске, который вы покупаете, и пусть 2-3 дня полежит при температуре 4-5 градусов. Тогда результат вашей колбасы будет намного лучше. Теперь засолим остальное мясо, которое у нас нарезано кусками. Естественно, в любом случае перемешивать надо очень качественно, чтобы каждый кусочек мяса получил свою порцию посолочной смеси. После того, как мясо тщательно перемешано, перед тем, как отправить его в холодильник, вот так вот хорошенько утрамбуем его, чтобы между кусочком мяса выдавить весь воздух. Мы не используем в приготовлении колбас антиоксидантов, и если его не уплотнить, то во время посола мясо, которое соприкасается с воздухом, потемнеет. Я вам завтра покажу на примере того, которое сверху. Закрываем крышкой, если нет крышки, затягиваем пищевой стрейч-лентой и отправляем на сутки в холодильник на засолку. А завтра приступим к приготовлению нашей шахматки. На следующий день мясо засолилось, и та часть, которую мы засаливали в кусочках, теперь надо переработать в фарш. Используем мясорубку, решетку с диаметром отверстия 5-6 мм. То есть, в принципе, помельче берите, которое у вас есть. Все равно сейчас будем из него готовить эмульсию. Мясо должно быть охлаждено, как я уже говорил, то есть оно у нас солилось в холодильнике при температуре 3-4 градуса. 3-4. Далее нам надо приготовить из фарша эмульсию, как на вареные колбасы, и добавить туда специи. Специи будем добавлять половину, так как вторая половина уйдет у нас на внутреннюю часть колбасы. Поэтому я все специи смешаю и буду добавлять половину на глаз, как говорится. Отправляем мясо в кутер. Кстати, друзья, мы используем такой вот кутер, достаточно большой у нас. Не на каждой кухне такой найдется, но вот такой вот комбайн найдется практически на каждой кухне. Раньше мы делали вареные колбасы на вот этом вот комбайне, то есть на обычном маленьком кутере.
Единственное, о чем прошу вас следить и не забывать, о температуре. Чем меньше кутер, тем быстрее нагревается фарш. Нам категорически недопустимо нагреть фарш выше температуры 10 градусов по Цельсию. Поэтому после кутирования замерить температуру фарша, и если температура близка к граничной, фарш лучше отправить в морозилку, ну хотя бы на полчасика. Отправляю фарш половину специй. Ну, как я уже говорил, делаю это на глаз. Ну, вот так вот мой глаз мне советует. И 100 мл воды. 100 мл на килограмм сырья. Если вы готовите с фосфатами, хотите застраховаться от оттеков и от всего остального, и хотите приготовить с фосфатами, тогда допустимо использовать 150-200 мл воды. Но так как мы делаем без фосфатов, то 100 мл. Запускаем кутер и измельчаем мясо в течение 5 минут. В результате кутирования у нас получилась вот такая вот однородная эмульсия. Это как раз и есть фарш для вареных колбас. Пока сейчас будем работать с брусочками мяса, эмульсию извлечем из кутера и отправим в морозилку, чтобы она немножко подостыла. Далее нам надо разобраться с брусочками мяса. Это мясо надо сейчас вымесить. То есть мы будем это делать на вот таком вот тестомесе. Можно это сделать также руками. Отправляю сюда брусочки. То есть надо его вымесить до белых волокон, чтобы оно размягчилось и немножко изменило свою структуру. Засыпаем специи. И также отправляем сюда же в миксер грамм 100 эмульсии, которую мы приготовили. В результате получили вот такой вот эффект. Сейчас достану пару кусочков мяса, покажу. Мясо как бы обволокло эмульсией. И оно такое, ну, получается, как бы оно вот как отбитое, но не совсем отбитое. То есть оно именно размято до белых волокон. Вот если приглядеться, здесь стали появляться белые волокна. Теперь, друзья, приступим к формированию колбасы. Итак, друзья, все готово. И немножко расскажу о том, что нам понадобится. В первую очередь нам понадобится вот такая вот целлюлезная пленка для рулетов и колбас вместо оболочки, так как колбасу нам надо формировать. Покупаем на сайте «Ем колбаски». И понадобится компрессионная сетка диаметром 100 мм, купленная на том же сайте. Также для работы с сеткой, покажу далее зачем, будем использовать вот такую вот трубу. В первую очередь сформируем из эмульсии наружный слой колбасы. Переместили колбасу на пленку и теперь делаем прямоугольный блин по размерам наших... Вот я возьму эту штучку. То есть по длине он должен быть чуть длиннее брусочков, которые мы сделали. Дальше мы из брусочков выложим такой квадрат, ну большой брусок из маленьких брусочков. И вот этот вот блин из эмульсии должен облепить наши брусочки вокруг, ну сейчас покажем в общем. В первую очередь формируем такую квадратную основу. Теперь из брусочков, которые у нас обмазаны в эмульсии, соберем такой более большой брусочек, прямоугольный в сечении. Складываем брусочки, естественно, в шахматном порядке. Не зря же у нас колбаса шахматная. Между рядами брусочков как бы зашпатлевываем отверстия той эмульсии, в которой они вымешивались. Ну, неважно на самом деле, какое это делать. Ну, вот позаполняем, потому что так или иначе эти брусочки мяса неровные. Вот таким вот образом, чтобы оно хорошо склеилось и чтобы не было пустот. После этого, опять же таки, соблюдая шахматный порядок, выкладываем следующий ряд. Опять зашпатлевываем пустоты, ну или замазываем, как правильно будет сказать. В данном случае шпатель не используем, поэтому замазываем. И точно так же выложим третий ряд, опять же таки соблюдая шахматный порядок. После того, как сформировали вот такой вот брусочек, со всех сторон тоже загладили его эмульсией, чтобы не получилось у нас полостей. Теперь сформируем из этого колбасу. Стараемся поплотнее прижать с помощью пленки фарш к брусочкам. Опять же таки, чтобы не оставить там
полостей, которые, ну, они ни на что не повлияют, кроме как на внешний эстетический вид нашего рисунка. Вот так вот собираем батон. И там, где необходимо, можем подправить его вот таким вот образом. И, так сказать, замазать лишние полости. У меня все время хочется сказать зашпатлевать, но я понимаю, что это не совсем уместно. Сформировали цилиндр. Теперь надо обвязать с двух сторон. Сначала в сетку. А, сначала в сетку, да? Извиняюсь. Значит, да, вот, смотрите, трубу используем как матрицу для того, чтобы поместить эту штуку в сетку. Потому что так ее засунуть слабо реально. Сетка спрессовывает колбасу. Можешь вот так вот немножко боком развернуться вот сюда, вот, да, чтобы было видно, что мы делаем. Подкручиваем с одной стороны, хорошенько уплотнив, и завязываем шпагатом. С другой стороны тоже стараемся уплотнить батон как можно сильнее. Опять-таки хорошенько перевязываем шпагатиком. Теперь здесь сделаем петельку. И повесим наш батон на отепление и на осадку. Часа на два. Ну вот я не зря, видите, он не совсем ровный получился. Здесь кверху немножко больше по диаметру, чем к низу. Там, где больше диаметр, я сделал петельку. И вот сейчас вот его таким образом повешу. При температуре где-то ориентировочно 20-22 градуса. Пусть 2 часа повисит. Фарш ферментируется, произойдет осадка. Ну и произойдет отепление, так как фарш у нас холодный. Через 2 часа приступим к тепловой обработке. Первый этап – обжарка. Температура в духовке 90 градусов, включенная конвекция. Помещаем колбасу в духовку на 40 минут на обжарку. К концу обжарки нам надо, чтобы у нас был готов противень с кипятком, который мы поместим на дно духовки для процесса паровой варки. Через 40 минут помещаем на дно духовки противень с кипятком. Приступаем к процессу паровой варки. Выключаем конвекцию и понижаем температуру до 80 градусов. В один из батонов колбасы помещаем щуп термометра для контроля температуры. Готовим колбасу до достижения внутри батона, то есть вот так вот в центр поместили щуп, до достижения внутри батона температуры 68 градусов. На всякий случай для контроля я включаю таймер и скажу, сколько времени колбаса готовилась при 80 градусах. Но это совершенно не объективно, потому что разного объема батоны по-разному греют духовки, поэтому лучше использовать термометр. В частности, если у вас нет такого дистанционного термометра со щупом, кстати, у нас на канале есть обзор этого термометра, можете посмотреть, стоит он $3, по-моему, на AliExpress или 3,5. Можно использовать обычный щуп для барбекю. Прошел 1 час и 20 минут. Процесс варки окончен. Температура внутри батона колбасы достигла 68 градусов. Извлекаем колбасу из духовки и помещаем ее в ледяную воду. Минут на 10-15. После этого на ночь оставляем отдохнуть. А завтра утром будем дегустировать. На следующий день колбаска остыла и ее можно разрезать. Я ее хочу развязать, чтобы... Ну, не развязать, а... чтобы сетку спасти, так как сетку можно использовать несколько раз. Совершенно спокойно ее можно снимать и второй раз использовать для подобных изделий. Не сочтите это за жлобство. Ну вот, как-то так. А что-то у меня какая-то ниточка здесь лишняя. Ну что, друзья, давайте разрежем, посмотрим, что у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот красота. Такой же результат, как и в прошлый раз. Сейчас крупным планом покажу разрез. Ну, отрежу кусочек, конечно, тоненький. Я люблю колбаску тоненькими кусочками резать. Хочу показать, что ничего не разваливается, все четенько держится.
Давайте посмотрим крупным планом. Вот такая вот изумительная шахматка. Конечно, есть немножко полости. Это вопрос, вот эти полости, это вопрос укладки. Но по консистенции она просто суперская. Биток дал, ну, свиное биточное мясо дало белый цвет, говядина дала ярко-красный цвет. И все это в окружении, так сказать, вареночки. Давайте попробуем, друзья. Пришлось нам, конечно, немножко повозиться с этой шахматкой. Как вы знаете, было видео с неудачной шахматной колбасой. Но... оболочечка снимается. Но в результате мы добились результата и с удовольствием вам представляем этот рецепт. Давайте попробуем. Слушай, божественное. Очень вкусно. Сочетание цельного мяса с фаршем колбасным вареным, это просто нечто. И, кстати, вот такой хороший ветчинный вкус у мяса и в то же время колбасный вкус у этого фарша. Ну, в общем, результат, как видите, превзошел все ожидания. Главное, что она совершенно цельная. Никаких оттеков, никаких полостей. Все. Ой. Все просто идеально. Поэтому, дорогие друзья, мы с удовольствием представляем с Ларисой вам рецепт шахматной колбасы. Она у нас получилась. Отлично получилась. Ну, кстати, я считаю. Одна всего неудача. Это, да. Некоторые, конечно, нюансы есть, но вот тут, как бы это ручная работа, так сказать. Я думаю, без этого никуда. Да, без полостей вообще тут как бы, ну, мне кажется, не получится. Мы первый неудачный опыт, там, где у нас мы получили отек, неправильно отеплили колбасу. Второй опыт мы делали, естественно, без съемок, у нас все получилось. Но вот эти вот полости, это вопрос укладки фарша. Как его спрессовать так, чтобы вообще не было полостей, я не знаю. Но на вкус они совершенно не влияют, правда? Вообще. Друзья, пробуйте делать шахматку по нашему рецепту. А мы с Ларисой будем готовить для вас новые интересные видео и рецепты, естественно. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если видео полезно. Или пальцы вниз, если видео не полезно. А мы, друзья, пошли готовить для вас. Всего доброго, пока. Пока.